Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас вот Парк Смерти 2. Хотел я его на самом деле сделать на стриме, но так я как понял, что здесь также есть показывать рекламу, ее в любом случае буду показывать, поэтому я буду рекламу вырезать, и поэтому на стриме ее не будет, просто если покупать ее без рекламы, она будет стоить 160 рублей, если я ничего не путаю, но я посчитал, что это не обязательно, я сделаю видео, и будет тоже классно, все будет хорошо, те, кто захотит посмотреть, те посмотрят, вот здесь. Все есть, да, на нашей соцсети, на мой канал, также подпишитесь, правильно говорит Пеннивайз, и действительно, давайте поехали, меньше разговора, больше дела, посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь, как я знаю, много всяких разных концовок, штук 8, по-моему, разных, здесь качество низко, ультра, легко, значит, призраки легко, норма, сложно, экстрим, легко. Давайте попробуем на... давайте на норме сыграем. Здесь что у нас? Монстры слабые и медленные, клон медленные, дополнительные патроны за рекламу. Здесь монстры сильные, клон более быстрые, нет патронов за рекламу. Здесь монстров больше, монстры сильнее, клон быстрый, нет патронов за рекламу. Здесь также монстров очень много, монстры очень быстрые, клон очень быстрый, нет патронов за рекламу. Новые головоломки в каждой игре и тому подобное. Давайте сделаем норму, сложную я не буду пока что делать. И качество, давайте, я не знаю, раз сделаем высокую, ультра я не буду ставить. Здесь сложность головоломок, давайте легко, не будем сильно долго думать. Вот, ну и все, в принципе, норма, легко, призрак. Призрак это что? Монстры не видят и не атакуют вас, клоун не атакует вас, дополнительный патрон за рекламу, дополнительная реклама во время игры. То есть, ну, норма это должно быть самое то, золотая, как говорится, середина. Да, и на самом деле только начали играть, уже запустилась реклама, поэтому где-то что-то, возможно, я обрезал. Кстати, у меня разряжается камера, и я думаю, надо сделать погромче звук, ребятки. Чтобы прям уж... Я немножко сделал полумрак, здесь на дворе день, но сделал немножко полумрака, чтобы все-таки чуть-чуть была атмосферка. Вот, ну вам, походу, не видно полумрака. Вот, проверьте сестру в ее комнате, поехали. Значит, у нас управление такое вот. О, я ноги свои вижу. О, блин, а что такая чувствительная камера-то? Аж пипец. Очень прям, очень быстрая, чувствительная. А, блин, погодите. Погодите, тут можно как-то загрузить игру? Можно здесь. Меню паузы. Давайте попробуем чуть-чуть кнопка атаки справа. Кнопка атаки слева. Нет, справа это самое то. Чувствительность. Давайте чуть-чуть уберем чувствительность, потому что, ну, реально, что-то он очень уж быстрый. Я понимаю, что, наверное, надо вот реагировать быстро, но тем не менее. Вот. Да все равно он очень быстро поворачивается. Ладно, попробуем так вот. Что у нас? Кнопочка открывания дверь. Ядрен батон, что происходит? Надеюсь, тут скримаки не так будут быстро вылетать. Ой-ой-ой. Дверь не подается, видимо, она заперта. Откройте комнату родителей. Блин, родители, мне страшно к вам идти. Что происходит? На самом деле, что-то светло здесь. А можно как-то... приходится зажимать мышкой, чтобы повернуться. Надо это как-то делать речь. Если я начну вот так делать, я все, я потеряюсь просто-напросто. Вот, давайте посмотрим, возможно, что-то здесь есть. Так, родители сейф есть, да, наверное? Ух, какой сейф-то хороший прям. Единственное, что он вообще никак не взаимодействует с ним. Так, здесь что у нас? Баночки-коробочки. Баночки-коробочки. То есть, если ты хочешь куда-то повернуться, ты должен зажать мышь и повернуться туда или иначе. Здесь. Заперт. Короче, у нас все заперто, по сути. Мы можем только в одну комнату. А в комнату здесь вот какая-то записка есть. По-любому надо ее прочесть. А давайте попробуем взаимодействовать с ней. Да, посмотрите. Чарли, присмотри за Лили. Меня срочно вызвали в госпиталь. Не волнуйся, все будет хорошо. Целую, мама. Окей. Здесь, может, тоже можно что-то посмотреть? Давайте попробуем еще раз. Да, вот можно посмотреть сейф. Здесь у нас есть, типа, пароль, наверное, 1, 2, 3, 4. Нет? Нет, это так не работает. Мы должны еще где-то пароль найти. Ладно, давайте выходим отсюда, пока нам еще здесь рано. Комбинаций очень много, поэтому не вижу смысла что-то сделать. Здесь. Сохранить текущий процесс. Да, давайте. Сохраним, так скажем. Все равно мы немножко походили. Здесь, короче, получается сохранялочка у нас. Здесь у нас книжечки немножко не прорисованы. Ну, что-то прям как-то...
Может, по-моему, текстур чуть-чуть подобавить. Давайте попробуем еще раз. Немножечко. Что у нас? Качество. Давайте попробую ультра воткнуть. Ультра качество. Здесь мы не можем поменять, получается, свой уровень сложности. Но чуть почетче стало, я бы так сказал. Так, короче, здесь нам нужно все ходить. Ой, ё-моё, как это? Привыкнуть к этому. И пытаться все посмотреть. Потому что явно здесь я себя вижу, блин. Может, и тут что-то есть? Да, есть шкафчик, кстати. Есть шкафчик. А девчонка у нас заперлась не так, наверное, спроста, мне кажется. Тут все делается, наверное, неспроста. Здесь пусто, ребят. Давайте попробуем к этому шкафчику отойти. А почему бы нет? Здесь тоже, по-моему, ничего нету, я не вижу ничего. А здесь вот это мы, судя по всему, вот это наша вот сестра. Это какой-то парк развлечений, аттракционов или еще что-то там. Вот, давайте закроем. А здесь ничего ровным счетом у родителей нет. Но нам настоятельно показали, что нам нужно сходить именно к родителям. Давайте еще больше запустим. Вот, ладно. Все, вроде бы здесь больше нечем взаимодействовать. Здесь закрыто. Пароли я никакого вроде бы не находил. Двери закрыты. Здесь откроем дверь, чтобы можно было бежать. К сестре. Обои тут, кстати, как-то ободранные у них. Вон отклеились, и никто их не подклеивает даже. Как-то так себе. Как-то так себе. Ой, ё-моё, что такое страшное-то? Так. Ёлочки. 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 Хорошо. У нас ящики же открываются, наверное. Давайте, может, у нас код есть. Нет, ящики везде пустые. Просто-напросто ящики везде пустые. У нас, в принципе, ничего нету такого. Я, походу, что-то упускаю. Ну, блин, я пока не вижу, что есть что-то прям такое. Здесь вроде бы стол. Но ничего мы не можем посмотреть. У нас вряд ли, наверное, какой-то код есть. Роман Флоки. Чё? Games Cool Games. А, здесь я понял. Тут, наверное, какие-то типа ютуберы написаны. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, почему нет Аймбот? Или есть Аймбот? Ну-ка, Аймбот. Аймбот не снимал эту игру ни разу, поэтому его нету здесь, ребятки. Его здесь нету. Ладно. Давайте в шкаф залезем. А в шкаф можно порядаться, не? Типа не? Нельзя? Не, у нас точно в комнате, судя по всему, делать нечего. Да если что-то можно повзаимодействовать, то в комнате только с родителями. Ну там что-то я тоже ничего не вижу. Так, у нас, короче, две основные задачи. Заперта изнутри. Давайте попробуем, может, как-то подглядеть можно. Можно подглядеть? Присесть нельзя никак. Так, хпшка у нас соточка, лечилочек нет у нас. У нас две запертые двери. Закрыты также у нас шкаф. И, в принципе, мы ничего не можем с этим сделать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я тебя спасу, я приду к тебе когда-нибудь. Не знаю, когда это будет, но я к тебе когда-нибудь приду. Так, что у нас здесь? Я ж, по-моему, подходил к шкафу, не? Хм. Ну, здесь, по крайней мере, можно залезть, наверное. Мы прыгать умеем. А ускоряться умеем. Да, мы можем шифтить на самом деле. Можем шифтить, но я ничего не вижу здесь. Это определенно я ничего не вижу. Прыгать мы не можем. Пробел не работает. Это не работает. Хорошо. Здесь... Да ядрен батон, что я ничего нигде ничем не могу повзаимодействовать? Чё за нафиг? Я не отображаюсь в зеркале, это, я так полагаю, зеркало. Я призрак или что это? Не, на улице очень светло, может до ночи надо как-то подождать. Ты можешь что-то сделать? Давайте попробуем по управлению. Ладно, окей. Здесь мы смотрели. А, 12.11.89. Возможно, вот это пароль. 12.11.89. Поехали. Вот так вот. 12.11.
89. Да. А ты можешь купить оружие, патроны, аптечки и другие полезные вещи в нашем магазине. Окей. Окей, окей, хорошо, я вас понял. Магазин. Ох, ядрен батон, удалитель рекламы. 169 рублей, кстати. Разблокировка все уровни плюс удалитель рекламы. А скин Пеннивайза. А, Пеннивайза, хорошо. Так, вот у нас появилась оружка. Да, лучше бы мы не брали оружие. Как мы только взяли оружие, у нас появился шарик в доме. Так, это наша третья игра. Расскажите о ваших впечатлениях, а вам нравится или не нравится. Давайте попозже, давайте никогда. Попозже, думаю, никогда. Это самое то. Дотроньтесь до красного шарика, чтобы перейти в мир сна. Не хочу. Можно не идти никуда. Давайте сохранимся для начала. А, я не знаю, сохранился я или не сохранился, так успешно сохранено, потому что наступила опять реклама, началась, и, блин, нас предлагает пойти в мир сна. В мир сна. Ну, поехали. Дотроитесь, да, с помощью красных шариков вы можете перемещаться между реальным миром и миром сном. Взять с собой оружие из одного мира в другой мир нельзя. То есть мы без оружия теперь. Зайдите в комнату сестры через... Что? Где записи были? Так, текущая цель у нас. Зайдите в комнату сестры через вторую дверь. Подсказка, окей. У нас нет оружия. У нас даже нет сейчас сейфа, если честно. Зачем нам нужно оружие в реальном мире? Возможно, в реальном мире мы тоже будем защищаться от Пеннивайза, но пока что никак. Давайте сделаем сохранялочку. Всегда лучше делать сохранялочку, потому что... У меня что-то голос пропадает. Я не орал, у меня уже пропадает голос. Это печально, ребята, это печально, я бы хотел сказать. Так, мы можем обратно уйти. Твоя мать больше не вернется. Ха-ха-ха-ха-ха. Здесь что у нас? Ага, все понятно. А возможно в шкафчиках что-то теперь есть. Не знаю, я буду их открывать. Также надо на всякий случай открыть шкаф. Возможно он неспроста открывался. Может там что-то есть в шкафчике. Давайте попробуем открыть. А может ничего нету. Ну давайте откроем. У нас он прыгать не умеет. Он умеет шифтить. Умеет шифтить и... Ух, какие стены-то. Ой-ой-ой. Давайте быстро у нас тоже посмотрим, что-нибудь может есть. Потому что мало ли. Мало ли что-нибудь здесь появилось. Так. Нам вообще... Так, вот эта дверь вообще для прятания самое оно. Ну, что-то как-то нет. Либо можно под кровать еще прятаться. Где-то в некоторых играх я такое видел. Вот, типа, по-моему, в аниматрониках можно будет под кровать прятаться. Окей. Здесь мы не можем зайти. Нам предлагают обойти только в ту сторону. Ну, давайте попробуем пойти. Возможно, я что-то не увижу, ребят, поэтому пишите. Нам, короче, отправляют нас длинным путем. Блин. Я чувствую, что сейчас что-то будет. Ну, давай. Я готов. Привет, Чарли. Похоже, ты научился перемещаться между мирами. В любом случае, тебе это не поможет. Твоя сестра больше никогда не проснется. Я похитил ее разум. Скоро уничтожу ее навсегда. И смогу выбраться в ваш мир. Тело ее без лекарства долго не протянет. Так что даже не пытайся мне помешать, щенок. Скоро увидимся. Вот даже вот так. Хорошо, поворот очень такой. Ну, было довольно-таки не страшно. Зайдите в комнату сестры через... Ага. Откройте защелку на двери в комнате сестры. То есть нам нужно к защелочке идти. Поехали. Здравствуйте. Как-то тут мрачновато у вас. Хорошо, ладно, давайте попробуем. Так-с. Защелки. Ничего нету. А что здесь? А потом... Так, хорошо. Ты убил моего брата, а я убью твою сестру. То есть это, скорее всего, первая часть была. А потом убью тебя. Угу. Первую часть мы не проходили, первая часть довольно-таки была популярна, насколько я понимаю. И, в принципе, очень много кто ее снимал, но сейчас что-то как-то вот... В
вторую часть как-то мало что-то кто-то снимает, вроде как я смотрел, поэтому... Поэтому будем снимать мы и будем смотреть мы, соответственно. Защелочка. Защелочка какая? Вот это нет? Я бы закрыл бы на всякий случай окно. Так, ну давайте попробуем открыть защелку. Откройте защелку на двери в комнате сестры. Есть. Вытолкнули дверь. Найдите способ спуститься на первый этаж. Первый этаж у нас там. Ух, ничего себе, какой котик. Ой. Ой. Это сестра нарисовала. Сестра у нас просто... Мангака еще тот. Угу. Хорошо, давайте на первый этаж. На первый этаж я видел спуск, на самом деле. Да? Это спуск? Тут какая-то решетка непонятная. Решетка, блин, вообще. Ух-ух-ух. Так, можно отсюда как-то? Нет, здесь нельзя. На первый этаж. На первый этаж. Ладно. У нас, давайте быстренько посмотрим, что у нас имеется. У нас была еще закрыта дверь. А где была закрыта дверь? Закрытых дверей больше нету. Ладно, давайте смотреть, осматриваться. На первый этаж. На первый этаж можно выпрыгнуть в окно. Как вариант. Как вариант. Но это вариант не вариант, видимо. Так, давайте шкафчик посмотрим. А в шкафчике ничего нету. А записи. 5 августа. Недавно ходили с мамой и Чарли в парк аттракционов. Видели странноватого клоуна. Это был ужас. С тех пор он снится мне каждую ночь. А Чарли, он тоже снится? Чарли, он тоже снится. Ага. Вот еще один клоун. Так, ладно. Окей. За подушкой ничего нету. Здесь. Здесь. Записи. 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 Да что ж так-то все прям драконы какие-то. Динозавры просто. Парк юрского периода начался. Блин, надписи такие прям вообще яркие. Аж прям ух, горят. Так. Ну, явно здесь больше ничего не вижу. Не, ну можно попробовать все двери закрыть, но что-то не даст. Закрою все двери и чё? Так, ладно, здесь делать нечего. Давайте поехали дальше. Возможно... А, на первый этаж нам... Я все понял, ребят. Все, 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 я понял. Нам нужно выйти из сна. Это раз. Спуститься на первый этаж каким-то образом. И тогда вроде бы получится. Тем более, что он здесь вот открывал нам дверь вроде как. Ну, пытался. Нет, заперт. А вот, мне кажется, надо здесь перейти на первый этаж, и потом будет еще мячик-шарик. Так, сестра, кстати, вот сейчас стала открыта дверь, мы, значит, ее открыли. Здесь у нас картиночки, да, точно такие же, как и были в этом. Здесь у нас сестра. Не могу разбудить Лили, держись, я иду за помощью. Так, здесь можно 6-0, он перезаряжен или что? Ой, сорян. Будильник мне мешал всегда ночью, я поэтому решил ему отомстить. Ну, я теперь знаю, по крайней мере, что у меня заряжен пистолет. Единственное, что как раз, возможно, таки этого патрона может не хватить. Здесь то же самое мы уже читали. Вот. Наверное. Здесь все то же самое. Давайте попробуем обыскаться. Может быть, что-то у сестры есть тут интересное теперь. В реальном мире. Потому что если... В нереальном мы ничего не можем найти, мы там все ее сшастали, то здесь мы, по крайней мере, у сестры не смотрели ничего. А также, я думаю, нужно посетить сохранялочку, действительно, потому что у нас есть еще такая функция, как сохранялочка. И блин, батон, я заблудился в дверях. Так, дом. Значит, у нас что, пролог, и теперь у нас дом. А, найдите способ спуститься на первый этаж, покиньте дом, чтобы найти помощь для Лили. Так, а мы с пистолетом, как бы, парень с пистолетом, это норма. Ну, хорошо, мы, по крайней мере, нашли спуск на первый этаж. Ладно, то есть нам, значит, там больше ничего не надо делать. Здесь давайте быстренько откроем тоже шкафы. Ну, шкафы, они пустые. Быстро сейчас, давайте, оглянемся здесь. По крайней мере, мы знаем, что Пеннивайз не может зайти в наш мир, во-первых. Сейчас день. Во-вторых, он сам сказал, что не может к нам пока что проникнуть. Поэтому остается нам только брать. Подобрать фонарик. Да, подобрать фонарик. Есть. А подобрать фонарик это хорошо. Единственное, что у нас не сохраняются вещи в мире сна. Это очень плохо, на самом деле. Если бы можно было переносить бы вещи в мир сна. Но с другой стороны, нам есть пистолет. Есть пистолет. Есть пистолет. Пиццу хочешь взять? Хочешь поесть? А то мы, походу, надолго сейчас уйдем. Ну или он бутер какой-нибудь. Не? Не хочет? Так, здесь давайте посмотрим. Здесь у нас, ух, холодильничек. Ух, молочко и всякое такое прочее. Взять мы, конечно, это с собой не можем.
Ну, я бы кусок пиццы бы, наверное, взял бы с собой на всякий случай, а то вдруг захочешь есть. Нет? Нет? Хорошо. Что еще? Здесь, в принципе, больше вроде бы делать нечего. То есть, я так понял, здесь сильно-таки не позаимодействуешь. Здесь что у нас быстро по первому этажу? Ну, там выход вообще выход. Здесь у нас какая-то кладовка. Давайте попробуем сразу ее толкнем, посмотрим. Ну, или как-то тут у вас не очень, я бы сказал. Ладно. Это так, на будущее, что вдруг, если вдруг появится Пеннивайз, мы уже были подготовлены. Так. Здесь ничего. Мыло. Вот, можно подобрать. Губка, губка, губка. Мыло. Зеркало. Ну, понятно. Три щеточки. То есть, для меня, для сестры и для мамы. А как я понял, здесь папы нету. Я так понял. Хорошо, ладно. То есть, плохо. Здесь заперто. Ага. Здесь мы уже были. Здесь выход. Здесь выход, выход. Давайте быстренько еще проверим. Надо все проверять досконально, потому что мало ли чего. Вдруг вот вещь надо взять какую-нибудь. Вдруг там холодно, мы пойдем, заболеем, простудимся. Все какое-то облезлое, все какое-то прям, ну, не очень, я бы сказал. Тут за домом, как говорится, давно не следили или мы давно не делали. Ну, а что, в принципе, большой, большой дом довольно-таки. А, на три человека, то есть... Видать, средств нету за всем этим следить. Вот и получается так вот. Здесь что? Давайте быстренько посмотрим. Чарли, я запер дверь в городе. Так. Чарли, я запер в дверь. В городе происходит что-то непонятное. Мне кажется, я видел каких-то жутких тварей. Мне срочно вызвали на военную базу. А, оставайтесь с Лили дома. Я вернусь, как только смогу, папа. Так, папа. А папа есть, оказывается. А почему... Три щетки было. Папа с собой на военную базу собирает щетку, что ли, получается? Ну, окей, ладно, поехали. Вау. Я не хочу больше на улицу. Там явно где-то злые собаки. А в кабинет папы попасть. Кабинет папы попасть, это вот эта дверь. Видимо. Кабинет папы. А может расстрелять дверь, не? Так, лады. Заперт, кажется, запасные ключи. А, отец хранит в своем сейфе. В своем сейфе. Заперт. Ну там же валялась этот... куртка какая-то. Мы подходили вот здесь. Что тут нет? Ключей. И по-любому здесь где-то валяются, не? Видимо, нет, не знаем. Окей. Здесь мы можем открыть окно? Может, в окно можно было выпрыгнуть, не? Типа, в окно вообще не вариант на первом этаже-то. Ну, окей. Так, ладно, давайте дальше ходить, что еще? Здесь я вроде бы все, на самом деле, обходил. А может, не все, кстати, вот шкафчик. Шкафчик, кстати, пустой. Вроде бы все, а вот раз и шкафчик забыли. Угу. Здесь нет шкафчика. Здесь ничего вроде не подсвечивается, ничего у нас не горит, ничего мы не можем взаимодействовать, ничего не можем сделать. Единственное, что у меня разряжается в хлам камера, и это очень плохо. Здесь, значит, здесь мы не можем открыть. Здесь давайте быстренько пробежимся по первому этажу. Если что, придется топать на второй этаж. Возможно, что-то есть там. Здесь еще раз смотрим, ничего не взаимодействует. Вроде как. Главное, чтобы ничего не упустить. Здесь щетки, паста. Паста, щетки. Я предлагал губке со мной пойти, но губка со мной не пошла. Мы зря сделали вот так. Значит, еще раз сделаем. Вдруг пригодится на самом деле. Вот, хорошо, пошли отсюда. Сохранялочка, кстати. Возможно, нужно сохраниться просто. Сохраниться и поймать флешбэк. Потому что там реклама, 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 реклама. Хотите посмотреть рекламу? Сделайте сохранение, будет вам реклама. Здесь что у нас? Здесь нету никаких шкафчиков. Здесь есть типа шкафчики, но они не открываются вот здесь. Поэтому здесь это не вариант. Здесь... Ага. Нам предлагают обратно идти в мир сна. Вот, предлагает получить также 10 патронов, там подписаться куда-то и получить 10 патронов. Но здесь что у нас? Здесь у нас, да, здесь мы уже были, кстати, таки, да, здесь, в принципе, ловить нечего нам.
Поэтому надо будет топать к шарику. Но вряд ли мы что-то здесь упустили. Главное не стрельнуть, потому что я-то могу. Так, мир сна. Пообщаемся с Пеннивайсом, все дела. Так, первый этаж у нас есть. Мы знаем, что возле двери там что-то рычит. Ой. У нас нет сейчас ничего, ровно еще там. Ни фонарика, ничего просто нету. Нету ничего. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Возможно, мы как раз из мира сна сможем открыть отца. Калитку. Отца калитку, отца дверь. Соответственно, в комнату. И там есть ключ на выход. Так, здесь давайте попробуем взаимодействовать. Я не знаю, но здесь, в принципе, ничего не было в реальном мире. Вряд ли что-то здесь будет в хорошем, в таком мире. В очень хорошем мире для Пеннивайса, да? То есть вы понимаете, о чем я. Не то, что прям хороший. Вот. Мыло. Давай Пеннивайсу под ногу мыло кинем, когда он будет догонять, нет? Ой. Мне что-то страшно туда идти. Ну, видимо, надо туда. Опачки. А фонарик-то у нас есть. Хорошо. Фонарик это годно. Это хорошо. Не забывать про shift надо. Так, там что-то есть. Там есть лутец, который подсвечивается. Лутец молодец. Лутец молодец. Так, хорошо. Так, мы туда попозже вернемся. Здесь у нас что? Здесь у нас что-то есть. Здесь мы не можем ни с чем взаимодействовать. Здесь это подвал, да, у нас, ребята. В подвале тоже какой-то трындец творится. Ну, у них есть папа. Папа военный. Почему тут как-то все вот так? Как-то все не это. Не очень. Вроде бы военный человек должен тут за порядком следить все дела. Но тут что-то как-то не особо. Так, подобрал патроны для пистолета. 4 штучки. Вот, а вы говорите рекламу смотрите. Вы говорите, блин, подписывайтесь на один патронов пистолета. Мы и так сможем, наверное, затащить. Так, что, мы не будем хавчик брать с собой? Хавчик же это надо. Ну, а кстати, видите, вот батя военный, и тут, правда, какие-то есть тушенки какие-то стоят. Все дела. Так. Еще патроны. Что-то нас прям запасает патронами. Когда запасает патронами, это означает то, что нам скоро придется сражаться с кем-то. Это очень плохо. Ну, мы слышали какое-то дикое животное, которое там кого-то грызло. Вот. Поэтому как бы вот так вот. Я боюсь поворачиваться иной раз. Там страшно. Так, что-то здесь, по-моему, горело, если честно. Так, подобрали шестигранный ключ. Окей. В принципе, лут здесь подсвечивается. Ну, как-то более-менее. Так, у нас проход сюда. На второй этаж есть проход вот сюда. Проход вот сюда. Проход вот сюда куда-то есть. Что, по-моему, я уже кругами хожу. Если я хожу кругами, это, ребята, означает, это плохо. Здесь лестница идет наверх. То есть мы сюда не можем забраться. Здесь, в принципе, мы, по-моему, все облутали. Зашли мы, видимо, отсюда, да? То есть отсюда мы зашли. И все, то есть нам надо на выход идти вот туда. Вот сюда. И давайте, наверное, наверх. Наверх, здесь ничего нет, никаких взаимодействий нету. Блин, как неудобно разворачиваться-то. Но иногда подтупливает, и я ничего не могу с этим сделать. Ты отпускаешь кнопку и потом... Хопочки. И фонарик отключается. Так, здесь мы дверь открыли. Здесь. А дверь кабинета закрыта. Нужно найти другой путь. Заперто. Здесь, короче, все у нас заперто. У нас открывается только одна дверь куда-то. Но вообще, это то ли к отцу, то ли куда-то в кабинет. Угу. Угу. Так, вот это не очень, по-моему, хорошая идея. Ну, с другой стороны... Вдруг как раз нам надо будет туда как-то выбираться. Я не знаю, как он может наклоняться, или это будет на автоматике все работать, потому что... Ну, потому что, блин. Потому что, блин. А как сесть? Не совсем понятно. Так, две двери заперты. Дверь у нас, короче, переход вот туда есть. Ладно, сейчас мы это дело посмотрим. Так, стоп. Вот это ничего себе, вот этот подарочек. Еще два патрона нашли. Итого у нас уже 8 патронов нашли. 8 и 2, 10. 10 патронов, ребят. Так, надо как-то научиться приседать.
А как присесть? Сейчас, давайте попробуем клавишами. Опачки. Опачки. С приседалка, если что. Найдите способ открыть сейф в комнате отца. В комнате отца. Давайте быстренько еще посмотрим лутец. Потому что, видите, он стоит. Тут патроны еще 6. Найти другой путь в кабинет. Кабинет отца. Ничего себе, отец живет нормально. У него тут, блин, бильярд есть. Всякое такое прочее. Картинки-то Пикассо. Так, 1, 9. 1, 9. 1, 9. Вот это что это такое? Так, ладно. 5. Допустим. Ну, типа того, что 9, 1, 5, 6. Вроде бы вот так вот это выглядит. Наверное. Я не уверен, конечно. Хотя вот здесь что-то картинка не сходится, если честно. Вот. Вот, да. То есть 9, 1, 5, 6. Мы полностью собрали головоломку. Вот так вот. Похоже, все верно. Все верно, то есть... Вот, да. Ну и что с этим делать? Ну, собрали. А, то есть он фокусировался, просто стоял. Хорошо, ладно, я понял. Так, еще патроны, да, у нас получается. Патроны пистолета и аптечка. То есть нас вообще к бою готовят. Вообще жестко готовят к бою. Жестко готовят к бою. Вот, да. Что-то я сегодня кашляю и чихаю. Вот сейчас только что чихнул. Вообще не могу, что-то прям болею, что ли. Так. Здесь что? Здесь все. Здесь все. Ну, все тогда получается. Вроде бы все собрали, ребята. Я вроде бы ничего не упустил. Тогда можно смело отправляться на выход. Что мы сейчас, наверное, сделаем. То есть в наш реальный мир. У нас сейчас должна быть открыта дверь. Камера разрядилась. И когда разрядится полностью камера, тогда мы, наверное, закончим на сегодня это дело видео. Вот, в принципе... Ничего не успели мы сделать, камера разрядилась, к сожалению. Давайте тогда мы остальное оставим на потом. Самое интересное, мы должны сейчас уже выйти на улицу, потому что у нас уже открыт кабинет и всякое такое прочее. Поэтому ожидайте все это дело в следующем видео. А на сегодня, ребят, желаю вам хорошего настроения. Пишите себе, оставляйте комментарии. Вот, не забываем подписаться на канал, кликнуть лайк и вообще оставить хороший добрый комментарий. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока.